Сейчас мы с вами рассмотрим, что такое качество управления. Вот мы говорили об управлении, вектор цели там и так далее. А что такое качество управления? Начнем с рассмотрения конфликтных ситуаций. Вот в тоталитарном обществе всегда непрерывно возникают некие конфликты множества частных управлений. То есть один считает так, другой так, третий так и так далее. Управленец должен уметь оценивать вероятность выигрыша в конфликтной ситуации. Вот при формуле «я – он», «я – они». Эта способность вырабатывается из практики жизни, и в основе этого лежит память, это сейчас, но не предвидение, не то, что мы говорили, вот чувство меры и так далее. То есть на базе имеющихся знаний рассуждают, а предвидение, значит, оно базируется всегда на чувстве меры. Поэтому сейчас в обществе у нас как считается? Если проигрыш происходит один раз из десяти, то человек сдержан. Если он проигрывает один раз из ста, то человек ведет себя независимо. И если один раз из тысячи, то такой человек-толпарь, он смело идет на любой конфликт, считает, что «а я самый умный, я самый крутой» и так далее. Вот такие люди... Вот из этой серии, они наиболее опасны. Почему? Потому что они считают вероятностную предопределенность своего выигрыша всегда равной 100%. Но это же не так, поскольку много факторов воздействует. И поэтому тот, кто идет вот за такими личностями, которые неукоснительно, значит, считают, что себя всегда правыми там, и так далее, уверены, и базируется не на основе предвидения и на чувстве меры, а это связано с типами психики, речь как раз идет о демонах, то, столкнувшись с более высокими возможностями, нежели у них, значит, проигрывает и сам такой демон, толпарь, и те, кто следует за этими демонами. Тем самым он губит не только себя, но и всех, кто пошел за ним. И сейчас, если мы посмотрим на многих наших предпринимателей с этой точки зрения в стране, то вы видите, что картина, в общем-то, напоминает вот ту, что мы сейчас только что с вами рассмотрели. Да, ему в начале перестройки там казалось, вот как можно тут всего достичь и так далее. Он не учитывал ни глобальной политики, ни мировой кредитно-финансовой системы, считая, что «а я вот такой крутой, значит, я всегда выигрываю, вот у меня такие способности» и так далее. Но столкнувшись с более высокими способностями, и сам он терпит крах, и те, кто пошли за ним, доверившись. То же самое касается и политики. Поэтому, ну, вывод отсюда напрашивается очевидный. Значит, чувство меры, мы с вами говорили, оно индивидуально. И чувство меры лежит в основе вот какого явления. Значит, если человек... В нестандартных ситуациях может вести себя на базе чувства меры, а не руководствуясь инструкцией. Он может даже в нестандартной ситуации выйти победителем. И наоборот, если он руководствуется инструкцией, то может потерпеть катастрофу. То есть чувство меры, оно дано человеку не случайно. Ну, пример я вам вот приведу, здесь раньше лекции читал, рассказывал о кинофильме, где, я уж название его забыл, где летчики соревнования между собой вели, значит, путешествие по странам там. И один немец, когда у него самолет отказал, он достал инструкцию и стал, значит, там листать, как действовать, и потерпел катастрофу. А другой, который, руководствуясь чувством меры, он, так сказать, при авариях, принимал неординарные решения и выходил победителем из этих ситуаций. Поэтому вот личностный фактор первенствует в нестандартных ситуациях над стандартным образовательным уровнем, то есть над инструкциями. И пример
из недавнего нами прошлого, вот помните, башкирский самолет с детишками потерпел катастрофу, и погибли там много детей в небе Германии, и благодаря ошибке диспетчера, как там эта фирма SkyGuy, или называлась SkyGuy, по-моему. Значит, так вот, летчики-то, когда достали черный ящик, они видели, что идут, значит, на таран, на столкновение, но перед ними была инструкция, и они боялись ее нарушить. То есть они действовали строго по инструкции и врезались. Но если бы они в этой нестандартной ситуации не надеялись, а руководствовались целесообразностью, своим чувством меры, этой катастрофы не произошло бы. Вот вам пример того, что чувство меры, оно же дано нам не случайно, и им надо руководствоваться в нестандартных ситуациях. Поэтому вывод отсюда какой? Образование, то есть, да, в том числе школьное, там, дошкольное и так далее, без взращивания чувства меры бессмысленно. Чувство меры дано, а наша вся система образования и вообще вся наука, культура, она отрицает это чувство меры. Просто люди на уровне, ну, рассказов родителей, там еще что-то, вот, короче, преданий, они говорят, что да, чувство меры, называют это совестью, там интуицией, еще как-то, значит, они этим руководствуются. А в легитимной так называемой науке, вот то, о чем мы говорим, этого вообще нет. Разрешение конфликтных ситуаций может происходить двумя такими способами. Вот наш способ какой? На этой картиночке изображен, есть объект управления. Один говорит, надо его вести туда. Другой говорит, надо его вести вот по этой стрелке. Третий говорит, а надо вести сюда. То есть они спорят, конфликт. Значит, надо уметь приподняться вот с этого уровня понимания вот этих людей на более высокий уровень понимания, посмотреть на это все как бы со стороны и, руководствуясь вот подсказкой иерархически высшего объемлющего управления, объединить эти усилия таким образом, чтобы вывести объект на нужный курс развития. Вот в целом эта схема. А другая схема, другой концепции, разделяя и властвуй, она какая? Вот те же самые люди, один говорит сюда, другой сюда, третий сюда. И здесь принцип управления разделяй, стравливай и властвуй. Поэтому такие управленцы, они этому шепчут одно, этому шепчут другое, этому шепчут третье. И в результате своих усилий и сами терпят ущерб, и объект ведут к краху. Почему? Потому что, опираясь на устойчивую предсказуемость процесса, можно разрешить ситуацию конфликтного управления приемлемым для себя способом. А какой приемлемым способ? Их способ, так сказать, вот этих глобальной мафии, значит, псевдожречества, раз у них принцип-то какой? Разделяй, стравливай и властвуй. Вот они и привели объект управления человечества к глобальному системному кризису. Почему? На чем это базируется? Если говорить вот от этих общих вещей перевести к простым таким вещам, то я скажу так вот из своего опыта. Вот у меня были начальники, которые своими подчиненными, и я у них был подчинен, они говорили так, вызывают и ставят по отдельности задачу. Ты делаешь это, ты делаешь это, и все подчиненные, то есть они не знают, а что же вообще целиком делается. То есть они неосознанно, эти начальники, осуществляли принцип «разделяй властвуй». Вот я когда командовал полком, а полк был хороший у меня, то есть даже отличный, то у меня было такое правило. Вот планерки утром и вечером с начальниками служб, всех командирами подразделений были все вместе. И каждый знал, что делает его товарищ. То есть не было такого тихорения. Значит, все знали, кто что делает. Более того, уходя с планерки, они решали там свои вопросы. Ну, например, так. Значит, машина отправлялась, а машин, как всегда, не хватало там в автопарке, то есть задач-то много. И они тут же на планерке, либо после планерки, там машина выделялась, например, начальнику вещевой службы ехать за бельем. А к нему подходил начальник медицинской службы и говорил, слушай, там заехай, возьми мне там, значит, медикаменты в госпитале, давал ему накладную. То есть вопросы-то решались элементарно, когда все знают целое.
Поэтому вот эти вот напряженности можно снять, если люди будут осознанно знать. Опять-таки мы выходим на что? Мозаика и калейдоскоп. Теперь вот, а другие, он у меня были там начальники, генералы, значит, которые надо мной стояли, они наоборот вот по этому принципу. Он умный, значит, поэтому он этому сказал, а другого вызывает подчиненного, значит, заместителя, говорит, а ты чего не знаешь там вроде того, что чего этот делает? То есть демоны, которые наслаждались вот своей как бы якобы умом и так далее, а на самом деле это вообще говоря подлость самая обыкновенная. Вот. Поэтому разрешать конфликтные ситуации можно двумя способами. Объединяй и управляй, или разделяй и властвуй. Отсюда, вот из понимания этого и вообще на базе того, что мы с вами рассмотрели, можно теперь говорить о качестве управления. Вот смотрите, что здесь нарисовано, уже известное. Есть вектор целей, он состоит из частных целей. На первом месте самые важные цели, на втором менее важные и так далее. Есть вектор текущего состояния и вот есть вектор ошибки управления. То есть разница между вектором цели, вектором состояния, есть вектор ошибки. Все ошибки управления, вот эти вот, они определяются субъективно, то есть определяют-то люди. Вот один смотрит и говорит, да нормально все, хорошо, демократия в стране и так далее. А другой, значит, говорит, да вы чего, вообще страну до ручки довели. То есть субъективизм существует вот, в оценке событий. Значит, вот все эти частные ошибки, если они в пределах допуска, а допуск опять определяется субъективно, значит, с позицией нравственности человека, что приемлемо, что неприемлемо, то вот этот вектор ошибки образует допустимое множество векторов ошибки. Их размерность, вот этих векторов, может быть большая. Ну, здесь вот о чем идет речь. Значит, если, например, речь идет об управлении страной, вектор целей и вектор состояния, вектор ошибки, то вот здесь внизу нарисовано что? В векторе целей должны быть и параметры, касающиеся образования, и параметры здравоохранения, и параметры армии, и параметры промышленности, и параметры, значит, электронной промышленности, судостроения и так далее. То есть, представляете, вектор целей, он громадный, вот такой вот. Поэтому размерность его очень велика. И оценить вот по такой размерности, ну, очень тяжело, в правильном ли направлении идешь. Поэтому хотелось бы дать одну общую оценку вот этого вектора ошибок многомерного и по нему давать такие оценки: хорошо, плохо, лучше стало или хуже. Вот это вот такая оценка и называется качеством управления. То есть это, ну, некая мера вектора вот этой ошибки. Поэтому как это делают? Вот как это сделать, чтобы свести к минимуму, чтобы не заблудиться в этом множестве всяких частных целей и их оценки. А сводят, группируют вот эти частные вектора в некоторые подгруппы. Ну, например, берут из области промышленности, судостроения, металлургии и так далее, все, что с этим связано. Это вот группа 1. Все, что связано производство комбайнов, значит, тракторов, животноводство, там, кормушки и так далее, это вот сельское хозяйство. И тогда, группируя вот эти параметры, они сводят это к меньшему количеству параметров. И так далее, дальше вот это происходит, дают частные оценки вот этой группе и сводят к минимуму. Вот и вся хитрость, о чем здесь идет речь. Значит, делается это тоже субъективно, но это позволяет интегрально, то есть целостно оценить положение дел в той или иной отрасли. Поэтому оценка вот такого качества управления, она тоже всегда субъективна и определяется опять нравственностью, то есть в пределе концепции, либо ты в ладу с Богом, либо ты против Бога. И вот построили два человека, вернее, построили дом, двое подходят к этому объекту, и один говорит: хороший дом. А другой говорит: да вообще гадость какая-то. То есть мнения-то разные. Поэтому субъективизм, субъективен. Почему такой субъективный подход? Потому что субъективен выбор множества частных целей управления.
субъективно устанавливается их иерархия, то есть что на первом месте, что на втором и так далее. И на их основе, на основе одного и того же вектора ошибки, дается много, можно построить много обобщенных оценок. Поэтому вот этот субъективизм, он всегда присутствует. А для чего мы с вами это рассмотрели? А вот для чего. А теперь скажем, а какая же вот оценка из этого множества субъективных оценок правильная? То есть мы позвали экспертов, да, и есть такой метод экспертных оценок. И один говорит то, другой то, третий то, а тот, кто это организовал, он думает, ага, кто же из них прав? Вот как определить, кто прав и кто дает наиболее правильную оценку? Как определить, значит, оценка кого наиболее верна? Вот это поясняет вот эта вот картиночка. Она здесь внизу нарисована, но мы ее сейчас на другой картиночке посмотрим. Значит, ее можно будет показать мультфильмом. Здесь надо вспомнить вот эту матрицу возможных состояний. То есть, вот смотрите, есть общевселенская матрица, здесь матрица биосферы планеты Земля, это вот матрица развития человечества и каждого человека в нем. Значит, вот это то, что называется Божий промысел, то есть руководство, процессы, которые лежат в рамках объемлющей матрицы, они соответствуют Божьему промыслу. Поэтому на этой картиночке вот оранжевым цветом изображен вот этот Божий промысел, вот как бы труба. Левый берег, правый, и вот по этой трубе идет, течет Божий промысел. А мы должны действовать в соответствии с этим Божьим промыслом. Поэтому первый срез, вот здесь действие, вектор целей, он, видите, отклонился от вот этого направления. Значит, ага, здесь ошибка управления какая? Вот он, этот угол ошибки. То есть качество управления не очень хорошее. Теперь смотрим следующий срез. А в рамках вот этого синеньких стрелочек зелененькие. Если мы зелененькие будем соотносить вот с позиции этой матрицы, то получится что? Зелененькие отклоняются от синеньких стрел. То есть качество плохое вроде бы, да? То есть они же идут не вровень с ними. Но если посмотреть на иерархически наивысшие управления, то зелененькие стрелочки совпадают. То есть получается вот здесь качество действий, качество управления, оно совпадает с иерархически высшим объемлющим управлением. Следующая картиночка, теперь внутри, вот коричневые стрелочки, они не совпадают вот с этой стрелочкой, не совпадают с этой, не совпадают с этой. Ну и так далее, вот под последней картиночкой она иллюстрирует, смотрите, какие процессы. Вот внутри уже коричневых стрелочек, вот эта стрелочка черная и красная. И здесь, если судить, соразмеряя свои действия вот с тем, что ты видишь ближайшего, так скажем, начальника, то это не совпадает, это тоже не совпадает, это идет против. С зелененькой совпадает, с синенькой не совпадает, но совпадает с иерархически наивысшим объемлющим управлением. Вывод отсюда какой? Весь субъективизм вот этих различных оценок качества управления, наиболее верный вывод можно сделать, если соразмерять это с иерархически наивысшим объемлющим управлением. Вот только это дает возможность дать правильную оценку, ты на верном пути или не на верном пути. А как этого можно достичь? А мы с вами рассмотрели через чувство меры, то есть владея чувством меры. И второе, что надо знать, устойчивость по предсказуемости. Как определить, вот твой вектор цели, он согласовывается с Богом, с иерархически наивысшим объемлющим управлением, или не согласовывается? Значит, через чувство меры чувствуешь, правильно действуешь. Но кроме того чувства, а вдруг ошибаешься? Значит, если твои действия сегодня совпадают, приносят успех, завтра приносят успех, послезавтра, через год, два, все, ты на верном пути. Возвращайтесь опять к чему? Помните Козьму Прудкову мы с вами
изучали. Почаще оглядывайся на зады, чтобы уберечь себя от знатных ошибок в будущем. Именно по этой причине, опять напоминаю, глобальный исторический процесс рассмотрен в концепции общественной безопасности всего лишь как маленький фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля. Для чего? А для того, чтобы мы сейчас все руководствовались вот этим анализом при принятии решений, как организовывать жизнь людей, куда вести государство, как строить жизнь людей и так далее. Почему? Потому что вот рассмотрение в концепции общественной безопасности глобального исторического процесса выявило наиболее устойчивые тенденции. То есть как, что обеспечивается в ладу с Богом делается, а что не в ладу с Богом, какие деяния людей приводили к ошибкам. Вот в чем вся штука. Вот вроде бы просто, да? А на самом деле в жизни людей вот этой простоты не происходит. Почему? А потому что безбожники, то есть два типа атеизма. Материалистический атеизм, он прямо говорит, что Бога нет, ну тут понятно. А вот гораздо опаснее идеалистический атеизм, который говорит, Бог есть, но Бог это вот. Значит, как я считаю, то есть либо человек, либо подмена непонятной, значит, троицей, как в христианстве, в псевдохристианстве. Либо откровенные сатанистские всякие религиозные культы, где говорят, я Бог, там, как Белое Братство, еще чего-то, Деви Марии там, и прочие эти, значит, сатанисты утверждают. Но люди-то некоторые даже на это ориентируются. Вот как можно подойти к правильной оценке качества управления. То есть вывод какой? Наиболее точное определение правильности твоих действий можно определить только согласуя, соразмеряя свои действия с замыслами Бога. То есть, если твой вектор цели совпадает с вектором целей Бога в отношении какого-то процесса, тогда это наивысшее качество управления. Остальные все, ну, они имеют право на существование, но будут нести элементы субъективизма. И субъективизм тем больше будет, и тем больше будет уклоняться от замысла Творца, чем больше отсебятины будет в этом демонизме. И вот на базе уже того, что мы с вами изучили, теперь выйдем на более высокий уровень осмысления и понимания некоторых определений, данных ранее. Ну вот, сейчас рассмотрим, что такое замкнутая система, управление и концепция. Замкнутая система, она здесь вот нарисована на этой схемке. Значит, есть система управления. Ну, на примере, помните, мы с вами рассматривали водитель и машина. Вот здесь водитель – это система управления, но может быть более мощная система управления, правительство, например, или какая-то техническая система применительно к технике. Есть объект управления, он тоже нам знаком. Есть среда, в которой это все действует. Мы уже с вами рассмотрели, есть прямая связь, обратные связи. Воздействие также осуществляется и на среду. Среда оказывает свое воздействие на систему управления. Значит, внутри системы управления могут быть свои связи, внутренние обратные связи, прямые связи какие-то. То есть, если это сложная система управления, связанная с министерством, ведомствами там, и так далее. То есть, объект в среде и системе управления с цепями прямых обратных связей. Вот это замкнутая система. Теперь вот на эту картиночку надо как бы наложить вот то, что мы с вами внизу нарисовано. Смотрите, то есть мы же теперь говорим о чем? Есть вектор целей управления, есть вектор текущего состояния и есть вектор ошибки. Вот он на выходе. Поэтому система управления, объект управления, прямая связь, среда, которая оказывает воздействие на систему управления, обратная связь в совокупности с векторами цели, состояния и вектор ошибки, все это вот составляет замкнутую систему управления. И тогда, сейчас можно мы с вами это сделаем, дадим четкое определение, а что же есть управление. И вот внизу есть такая словесная формула, что такое управление.
Управление – это единая, упорядоченная совокупность разнокачественных действий, осуществляемых элементами замкнутой системы, то есть иерархии контуров, циркуляции и преобразования информации в процессе реализации концепции управления, то есть целевой функции управления. Вспоминайте полную функцию управления. Вот это целостная функция и определение наиболее полное. Изъятие из нее тех или иных этапов делает управление невозможным, а концепцию неосуществимой. Теперь с таких же уже известных и расширенного понимания процессов управления рассмотрим структурное и бесструктурное управление. Значит, замкнутая система и ее части, система управления, образуют структуру. И структура, она должна быть подчинена вектору целей и должна нести в себе целевую функцию управления. Качество управления в этом случае, при структурном способе, обеспечивается архитектурой структуры и характеристиками работоспособности элементов этой структуры. То есть, архитектура структуры, что это такое? Это надо так распределить нагрузки между элементами, функциональные нагрузки, чтобы достигалось наиболее качественное управление. Значит, упорядоченность элементов структуры должна быть. Ну и вот вспоминайте ту же структуру. В принципе, вот в армии достаточно хорошие, четкие структуры управления. То есть есть командир, у него есть заместители, значит, есть начальники служб, есть подразделения, которые выполняют какие-то функции. То есть это архитектура. Если взять вот наше правительство, о котором мы уже говорили, они меняют только архитектуру, там, пересаживают, объединяют министерства, ведомства, агентства, там, всякие комитеты и так далее. А если концепции нет, то все это приводит, это бессмысленно. Но архитектура должна работать на обеспечение высокого качества управления. Ну, а какое качество управления нашей страной, я думаю, доказывать нет смысла. Характеристики работоспособности, они обеспечиваются степенью функциональной пригодности элементов, то есть их квалификационным уровнем. Ну, это тоже очевидно, и доказательства не требует. То есть должны быть профессионалы, то есть должны разбираться в том деле, которым они руководят. Поэтому управленцев надо готовить, чтобы они понимали тот процесс, которым они осуществляют управление. Значит, это тоже вроде бы азы управленческой науки. Но, к сожалению, вы видите у нас, как назначаются, в том числе и в государстве. Значит, хотя есть такая пословица, хочешь загубить дело, поручи его профессионалу. Потому что если, как говорится, глаза замыливаются, и он смотрит привычными стереотипами, то это тоже плохо. Но, во всяком случае, человек должен быть нацелен на реализацию задачи, относиться к ним добросовестно. И эта добросовестность должна согласовываться с иерархически наивысшим объемлющим управлением, потому что в противном случае это демонизм, то есть отсебятина. Должно быть соответствие архитектуры структуры вектору целей. Если этого нет, то качество управления, сами понимаете, оно тоже плохое. Значит, структурный способ управления, мы с вами уже это изучали. Структура создается до начала процесса управления. Архитектура и элементная база не изменяются в ходе управления. А если изменяются, то должны иметь характер корректировок при выявлении каких-то ошибок, которые выявлены. И информация по элементам структуры распределяется адресно. Значит, вот упорядоченность архитектурных элементов и элементов архитектуры, так скажем, специалистов, должна быть тоже такой, чтобы максимально использовать каждого специалиста. Потому что, ежели вот этой упорядоченности нет, то возможности, которые несет в себе какой-то конкретный человек,
они могут не раскрыться, и он как бы работает в холостую, то есть его возможности не используются. И наоборот, загружается тот, который ни на что не способен, там, и от него проку мало, как говорится, а на него функции возложили много. То есть должна быть везде соразмерность, чувство меры. Опять мы выходим, чувство меры. Потому что никакими инструкциями не опишешь жизнь людей. Она настолько многогранна, имеет столько нюансов, и попытка уложить жизнь людей в какие-то инструкции, законы, там, взаимоотношения, это бессмысленно. Вот. Размещение элементов структуры, вот очень важный момент, оно может быть размещаться на самом объекте, значит, эти элементы управления. А могут быть дистанционные управления, когда элементы управления находятся вне самого органа управления. Но вот таким дистанционным управлением, в общем-то, реализуется управление нашей страной. То есть вот эти сами реформаторы, Гайдары, Чубайсы, там, Бурбулисы, Шахраи, которые до этого были, они даже не понимали, что они являются элементами дистанционного управления со стороны мирового закулисья. То есть можно, скажем так, управлять, сел на объектом сам и сам управляешь. Вот. А можно дистанционно управлять и путем передачи информации, советов и так далее, или заложив определенную программу в этих биороботов, они будут выполнять то, что в них заложено. То есть дистанционное управление объектом управления. Такое вот дистанционное управление реализовывали наши реформаторы в первые годы реформы перестройки. Сейчас мы впервые с вами познакомимся, что такое суперсистема. Вот все говорят, супер-супер, там, супермаркет, супер, там, и так далее. Что такое супер? Супер – это значит сверх, сверхсложная система. Значит, и вот здесь она изображена, так, схематично, конечно. Что такое суперсистема? Суперсистема, она состоит из множества одинаковых, похожих элементов. Значит, каждый элемент обладает памятью, на основе которой он может самоуправляться, то есть этот элемент. Этот элемент может передавать информацию другим элементам, а тем самым управлять ими, и принимать информацию от других элементов, тем самым получая управляющее воздействие от этих других элементов. Здесь вот многоточие показано то, что это суперсистема всего лишь фрагмента, а она вообще распространяется и дальше. Вообще этот термин взят из техники, когда на базе вычислительной техники создаются вот так называемые суперсистемы. Ну вот мне приходилось сталкиваться с ними, более того, я специалист по этим суперсистемам. В частности, на космодроме Байконур, вы догадываетесь, что там процесс очень сложный, подготовки и управление, подготовка и запуска ракет, спутника, и управление самими спутниками в центре управления полетами. Это очень сложная система, сверхсложная система с использованием большого количества вычислительной техники, на которую возлагается там задача. Поэтому здесь вот то, что я сказал, все это изложено. То есть, еще раз подчеркиваю, множество элементов, ну, в частности, вот это персональные компьютеры сейчас используют, они между собой сопряжены линиями связи, каждый выполняет свою задачу, и информация может передаваться из одного, от одного фрагмента другому фрагменту, тем самым осуществляется управление этими элементами, изменяя их информационное состояние, разрушая меру и так далее. Как вы догадываетесь, наверное, такой суперсистемой является человеческое общество. Если посмотрите, сопоставьте вот эту схемку, у нас что, есть голова, в голове у нас есть память, значит, да, мы на базе этой памяти можем самоуправляться, мы передаем информацию другим элементикам, получаем от них другую информацию через книги, разговоры, по телефону там, и так далее. То есть, поэтому те законы и те наработки, которые есть в нашей науке, вот по о том, как функционируют эти суперсистемы, их можно применить и на человеческое общество. Поэтому здесь важно, что вот внизу бесструктурное управление уже на новом уровне, когда вбрасываешь
информацию в некую суперсистему, то она начинает соответствующим образом распространяться в этой суперсистеме. Ты можешь даже ее вложить вот в уста одному элементу, а этот элементик будет разбрасывать эту информацию другим элементам. Они будут ее тоже получать и передавать эту информацию другим элементам. Для чего я все это рассказал? Значит, если распространить какую-то информацию, значит, бесструктурно вот в этой среде, которая имеет определенный смысл, то можно вывести управление этой системой в нужное тебе направление, то есть достичь целей, которые ты заложил, вбрасывая туда эту информацию. То есть, если есть какой-то информационный модуль, специально созданный, а я уж открою секрет, что таким информационным модулем можно считать вот концепцию общественной безопасности «мертвая вода». Это действительно специальный модуль, специально созданный. И если начать его циркулярно, безадресно распространять по элементам системы, по всем, то это приведет к тому, что эти элементы некого множества вот этих элементиков на основе самоуправления сложится в одну структуру. Эта структура будет ориентирована на соответствующий этому специальному модулю информации вектор целей, который туда заложен, который за вполне приемлемый интервал времени достигнет такого управления суперсистемой, что вектор ошибки в возникшем процессе управления не выйдет за допустимые пределы. Вот, в принципе, как вы видите, чем мы и занимаемся. То есть мы вот даже сейчас, то, что происходит, создается учебный кинофильм, значит, эта информация будет распространяться в обществе, люди будут соображать, ага, что это такое, да, интересно тут, ну-ка дайте-ка я еще. Значит, он расскажет друзьям, знакомым, и пойдет безадресная информация, и люди будут соотноситься с этой информацией. А поскольку в этой информации заложен вектор цели, а какой вектор цели? Мы на земле должны жить счастливо, достойно, в достатке, не только в раю там счастье может быть, но и здесь на земле можно жить очень даже хорошо, счастливо, реализовывать генетически обусловленный потенциал. Ориентировать промышленность на то, чтобы она обеспечивала демографически обусловленные потребности человеку и так далее. То есть вот вектор целей, он там есть эти приоритеты, что на первом месте, что на втором, начиная с образования, дать людям такие знания, которые бы не позволяли манипулировать ими. Вот, в принципе, что заложено во всей этой картинке. То есть, при бесструктурном управлении, когда вот информация, которая несет в себе определенную меру, которая предопределяет поведение множества людей, множество подобных элементов, вероятностно предопределенные, это не значит, что все как марионетки повернутся, а мы же с вами уже прошли, что такое вероятностная предопределенность, порождают из себя замкнутые системы, отвечающие заданному вектору целей при допустимом векторе ошибки. Вот, говоря научным языком, то, что сейчас мы с вами рассмотрели. Поэтому на базе этого теперь можно рассмотреть опять еще раз структурные и бесструктурные способы управления. Ну вот структурный способ управления, вы знаете, структура создается до начала управления, архитектура структуры элементной базы не изменяется, и информация распространяется адресно по элементикам. То есть вот есть начальник, он дает задачу своим подчиненным, подчиненные еще по иерархии дают, и, так сказать, все это выполняется. А при бесструктурном способе что делается? Значит, структура формируется не директивно-адресно, то есть вот, а она возникает якобы сама по себе. В ходе процесса управления возникает вероятностно предопределенно на основе
безадресного циркулярного распространения информации. И вот здесь верхняя картиночка какая. Вот вбросили в общество, видите, здесь множество элементиков, в общество идею псевдохристианства, учения Иисуса Христа, и складывалось бесструктурно вот то, что сейчас называется церковью, которая реализовывалась вполне конкретной структуры. В частности, у нас на Руси это внедрялось, а другие элементики не принимали ее. Вот. Поэтому множество элементов, значит, само является замкнутой системой, значит, в среде. И если туда вбросить эту информацию, то они, вероятностно, предопределенно порождают структуру, которая будет работать на те цели, которые заложены в этой информации, наделенной определенной мерой. То есть бесструктурное управление – это управление статистическими характеристиками массовых явлений на основе господствующих над множеством элементов вероятностных предопределенностей хранения, распространения, передачи информации. Вот, собственно, и примеры вам, пожалуйста, вот что лучше. Здесь нарисовано структурное управление и бесструктурное управление, и, значит, качество определить, как субъективизм. Вот автобус без кондуктора и автобус с кондуктором. Вот что лучше. Один способ, ну понятно, с кондуктором структурный способ, а без кондуктора бесструктурный. Цель управления здесь какая? Первое, распространение билетов. Второе, взимание платы за проезд. И третье, оповещение об остановках. Цель и при структурном, и бесструктурном, она одна и та же. Вот, то есть распространение билетов, вектор цели один и тот же. Плата за проезд, оповещение и так далее. Но здесь это делалось, помните, когда были у нас билеты по 5 копеек, так сказать, в автобусах. Значит, люди бросали эти пятаки, даже иногда и не брали эти талончики. Остановки они друг у друга узнавали. Значит, какая там, ну, иногда водитель автобуса оповещал, плата взималась, оповещение, все было, билеты распространялись, передайте билетик и так далее. А сейчас кондукторы. Что лучше? Вот смотрит человек, видит и чешет себе затылок, какой же способ лучше? А это как посмотреть, это опять две концепции, либо одна, либо другая. Если смотреть с позиции городского хозяйства, автохозяйства, одна ситуация. Если с позиции города, другая ситуация. Если с позиции государства, третья ситуация. Это еще зависит от элементиков. И вот давайте так подумаем. Ведь сейчас водителю, вернее кондуктору, надо зарплату платить. Эти компостеры всякие, значит, там эти железяки, на них надо тратить металл. Значит, на билеты надо тратить билеты. А что если вообще вот взять и сделать таким образом, что проезд в городе бесплатный? Сделать достойную зарплату водителю. Люди нормально себя ведут, не надо тратить на бумагу, на эти билеты, значит, на эти всякие турникеты и так далее. Сейчас ведь посмотрите, там камера слежения и прочие вещи. Что лучше? Мы выходим на две концепции управления. Если уж вот мы коснулись этой темы, я вот информацию к размышлению. Как вы считаете, вот сейчас преступность растет там, значит, и с ней борется структурно, бесструктурно, значит, в основном структурно. И смотрите, чтобы победить вот эту преступность, то есть разгул и этот беспредел в стране, органы внутренних дел умощняются. Значит, везде ставят телекамеры, они же деньги стоят. Смотрите, охранные структуры какие, там мужики сидят здоровые, значит, вместо раньше бабушки сидели там, значит, охраняли какую-то контору, а то и вообще запирали. Сейчас двери железные, чего только нет. От безбилетников там турникеты на вокзалах, посмотрите. Вкладывается столько средств в эти железяки. А теперь другой подход. Вот через чувство меры предлагается. Вот все эти средства, вместо этих железяк всяких, значит, турникетов, заборов с колючей проволокой, может вложить
в систему образования, повысить зарплату учителям, сделать школы хорошие. И самое-то главное, в школе учить людей не защищаться от бандюков, а воспитывать нравственность, то, что называется духовность, давать вот эти знания. Что дешевле обойдется и быстрее можно сделать? Подумайте сами, я думаю, тоже ответ очевиден. Но это другая концепция, другой жизнестрой. То есть одна концепция, разделяя, стравливая, властвуй, быдло, толпа, толполитарная система. Другая концепция, а все люди – люди. И каждый человек индивидуален, и существование каждого человека на земле не бессмысленно, а имеет цель божескую. Каждый человек – дитё Божье. Совершенно другой подход. Тогда не надо вот будет этих турникетов, заборов там понаделали. Представляете, сколько кирпича, а железа сколько. Вы посмотрите, же ужас. То есть, действительно, тюремный романтизм по стране, значит, процветает. Задающий генератор элита. Они избранные, самые умные. Очень важен следующий момент для понимания и уверенность в том, что успех будет за нами и победа будет за нами. Это вот знать о том, что такое автосинхронизация. В массовых явлениях, протекающих в природе, на самых различных уровнях иерархии, есть явления, которые, ну вот, названы в науке автосинхронизацией. То есть одинаковое совпадение фаз процессов, значит, частотные совпадения и так далее. Что это такое? Ну вот это... когерентность излучения света атома в лазере, синхронные вспышки множества светлячков на лугу, синхронное отклонение от опасности стайки мальков, ну, если там кто-то не знает лазера там, или светлячков, то вот рыбки наверняка видели, смотрите в пруд там, когда он чистый, или на море, и так камушек бросили, и стайка мальков, бах, одновременно вся поворачивает в нужную сторону. То же самое в человеческом обществе, синхронная гребля на лодке, вот я занимался когда-то, так сказать, греблей, там тебе и не надо ни команды, ничего, если фильмы смотрели, рабам там барабан, бах, бах, и они гребут вот так. А когда команда единая, она уже биополем чувствует, значит, когда синхронно это гребля. То есть люди входят в авто такую синхронизацию. Вот. Она достаточно часто проявляется, значит, в процессах без структурного управления. Для автосинхронизации что необходимо? Первое, чтобы множество элементов обладали одинаковым информационным состоянием, то есть похожим информационным состоянием, находились в условиях, когда можно осуществлять информационный обмен между элементиками, и быстродействие доведения информации до разных элементиков было достаточно высоким. Вот тогда получается автосинхронизация. Вот такой пример такой автосинхронизации, он, все его наблюдали, просто, может быть, не придавали значения. Это в залах обычно. Значит, когда выступал вот генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, выступал, значит, высказывал мудрую мысль, например, экономика должна быть экономной. И подсадка в зале из там 50 человек начинала. И весь зал подхватывал это. Люди вставали, кричали «Ура!» в едином порыве, остановиться не могли. В это время подсадка могла уходить, а зал продолжал аплодировать. То же самое касается певцов там и так далее. То есть подсадка вот эта, она работает. Значит, а что такое вот хлопок? Это передача одного бита информации. А теперь, если вместо информации представить, ну вот, не хлопок, а, ну, например, концепцию общественной безопасности, я уж не буду там долго мудрствовать, то что, если ее тоже вбросить в массу людей, и она будет овладевать умами, она будет передаваться и быстро охватывать всю популяцию. Поэтому вот здесь, на этой картинке, нарисовано это, что без структурного управления вбросом информации можно достигнуть целей определенных, которые заложены в эту информацию и несут в себе определенный смысл.
То есть потенциал автосинхронизации, это вот как рояль в кустах. На нем можно неожиданно исполнить пьесу «Биржевой лихорадки», «Падение курса доллара», мы с вами это проходили, «Распространение слухов». Ну а мы говорим, хорошо, если вы пользуетесь это в негативных целях, масло подорожало, СССР распался, курс доллара упал, а почему этот же распространение информации таким способом нельзя использовать для достижения наших целей? И вот на этой картинке это и показано. Вот, значит, синяя стрелка из Европы, что по отношению к нам была осуществлена информационная диверсия. Запада, сил Запада, была вброшена информация, значит, чего вы так живете? Значит, надо вот по западному образцу жить, BBC, там, Голос Америки и так далее. Значит, будете жить, как на Западе, жевать, но резинку жевать, значит, все у вас будет хорошо, штаны с наклейками будете носить. Давайте, переходите на западный образ жизни. Ну и мы вот имеем то, что имеем. А вектор целей-то он был? Был. Но он содержал по отношению к нам совершенно другие цели. То есть, вообще говоря, информация существует трех типов. Информация по оглашению, информация по умолчанию и информация по посвящению. Поэтому по оглашению нам говорили, вы будете жить вот очень здорово. А по умолчанию они про себя имели. Давайте, давайте, ребята. А мы будем на вас паразитировать. Ну, а по посвящению, это вот всякие масонские ложи там и так далее, значит, всякие клановые, мафиозные, они, значит, оповещают друг друга определенными знаками, символами. Вот, в том числе и в открытой печати. Просто, когда знаешь эту систему символов, тоже она становится понятна. Но я к чему это говорю? То есть, по отношению к нам... В народе возбуждалась эта автосинхронизация для того, чтобы народ кинулся на достижение целей, которые будут работать против него. То есть по оглашению нам говорили светлое демократическое будущее, а окунули в самое что ни на есть дерьмо. И вот так, как мы живем. Значит, ну, это очевидно. Так вот, еще раз повторюсь, если это было возможно сделать им, то почему мы в наше общество не можем вбросить такую же информацию? И вот здесь на картиночке изображено, зародившись в Санкт-Петербурге, сформировавшись в целостном виде, концепция общественной безопасности «Мертвая вода», люди по всей стране стали ее распространять, издавать литературу, работы внутреннего предиктора, читать вот такие лекции, как сейчас я читаю, встречаться с людьми, издавать газеты, в интернет вошли, так сказать, и так далее. Вошли в политику, и используя выборные процедуры, тоже идет процесс распространения. И вот вы видите, информация охватывает все больше и больше людей. Поэтому наши организации уж, если говорить, есть и на Камчатке, и в Магадане, и на Чукотке, и в Приморье, и здесь в Тюмени, в Новосибирске, в Перми, в Поволжье. Значит, и даже за рубежом. Радиостанция работает в Швеции, если уж на то пошло. В Венесуэле есть люди, бывшие кадеты, а поскольку родоначальниками концепции явились в прошлом выпускники суворовских училищ, то кадеты, потомки кадетов за рубежом, они к этому относятся очень уважительно. И то есть у нас, вообще говоря, вот по всей планете, в Японии знают концепцию общественной безопасности, в Китае. Почему? Концепция это не национальной безопасности, а концепция общественной безопасности. И Россия объединила в себе многие национальности. У нас и татары живут, и белорусы, и чукчи, и чуваши, и мордва, русские больше всего, почему и Россия страна называется. Но все у нас живут, а на земле живут и англичане, и французы, и китайцы, и корейцы. И вопрос, как жить будем? Сейчас принцип какой? Разделяй, стравливай, властвуй. И все люди между собой ругаются. Им вброшен какой модуль? Одним Иисус воскрес, другим Аллах Акбар. Третьим Карл Маркс и Роза Люксембург. Самые что ни на есть очень хорошие люди. Ну и так далее. То есть людей разделили. И тот, кто организовал это дело, он руки потирает. Но этот принцип стал работать против него. Мы вбрасываем другую информацию.
соединяем и здравствуем. И снимаем противоречия, начиная от религиозных противоречий. Бог един, а ритуалы общения с ними разные. Говорим, что в Библии хорошо, а что от лукавого, как Исаия я вам рассказывал. Ну и так далее. То есть и эта информация овладевает умами людей. То есть идет процесс автосинхронизации. И достигнув определенной критической массы, все это перейдет в совершенно новые качества. Теперь мы с вами рассмотрим схему управления. Вот как управлять. Значит, какие схемы хорошие, какие плохие. Вот первая схема – это программное управление. Что это значит, программное управление? Когда объект, вот биороботы так работают, они идут строго по программе. Есть объект управления, есть система его управления, он работает в среде, но организация такая, то есть есть прямая связь, дается команда, и объект идет туда, куда ему сказали. Причем тот, кто дал команду, управляющее воздействие, его обратная связь не интересует. И он не учитывает состояние среды. Вот типичной такой схемой, ну, в технике, ну, поскольку я вот занимался ракетами, спутниками, то вот на примере ракеты. Смотрите, что значит, вы наверняка слышали, когда наша страна была великой космической державой, там было ключ на старт, протяжка. Что это такое протяжка? Протяжка — это включался лентопротяжный механизм, там они разные, значит, но фактически записано, там, где записана программа, как должна лететь ракета. То есть там программа, она сначала летит вертикально, потом она по тангажу должна наклониться. Ну и там все другие параметры, они идут строго по программе. Значит, при этом ветер там какой дует на ракету, ничего не учитывается. То есть только заложена программа. И тогда получается, вот ракета стартовала, она по программе должна была прилететь, вот ее цель. Но за счет того, что на ракету действовали возмущающие воздействия, значит, какие? Подул ветер, ракета отклонилась. Топливо немножко не то попалось, так сказать, и двигатель работал на более низкой тяге, чем расчетная. Значит, и ракета отклонялась, и бах, попала совсем не в цель, а вот чуть-чуть рядышком. Значит, то есть цель не поражена. То есть программное управление, да, оно решает задачи, но качество управления, как вы видите, не очень хорошее. Почему? Потому что не учитывается обратная связь. То есть не оценивается, как ведет себя ракета. И не учитывается влияние среды, ветер там и все эти возмущающие воздействия. То есть говоря вот о том, что прошлое, настоящее и будущее, вероятностные предопределенности, прошлое состояние не учитывается, вот только учитывается нынешнее состояние, а будущее тем более, прогноза никакого не делается. Поэтому гибкость поведения отсутствует, ну и, соответственно, качество управления не очень хорошее. Вот все это здесь описано. То есть не учет обратной связи, не учет влияния среды, не учет поведения объекта, не учет прогноза, как себя может повести система. Все это приводит к низкому качеству управления. Если применительно, вот я говорил, к жизни людей, то по программе как? Партии, правительства, командно-административный способ. Всем сеять кукурузу. Помните, был Никита Сергеевич Хрущев. И то, что обратной связи никакой не было. Почему? Потому что, а что я так буду обратной связи? И то, что там урожай низкий, кукуруза на севере не растет, там земли не те, еще что-то. Все ничего не учитывалось. Всем и все. Значит, командно-административный. Среда тоже не учитывалась. Значит, ну и результаты печальные, то есть качество управления низкое. Программно-адаптивное управление. Здесь уже немножко получше. Вот та же схема, смотрите, система управления есть, есть объект управления, обратная связь, среда. И здесь уже что происходит? Учитывается вот в этой схеме, учитывается прошлое поведение объекта, настоящее поведение объекта, учитывается обратная связь и учитывается воздействие среды. И если провести опять аналогию, то вот спуском ракеты.
Вот ракета стоит, и вот летит спутник. Спутник надо сбить. Поэтому вот расчетная траектория. Она учитывает и параметры движения спутника, и вот ракета стартует, и вот по этой пунктирной линии она должна попасть в спутник. Здесь есть обратные связи, учитываются датчики стоят, учитывается влияние среды, то есть как ветер дул. Но что происходит? А происходит вот что. Вот представьте себе, ракета стартовала, значит, под действием ветра она отклонилась. Под действием ветра. Система управления возвращает ее на нужный курс. Но ракета-то тяжелая, и она проскакивает это состояние, нужное, расчетное, и опять отклоняется. И ее система управления опять возвращает. И то есть она колеблется все время, вот так идет, то есть колебания есть. Да, уже лучше, чем по программе, когда она идет и неизбежно отклоняется, отклоняется и отклонилась от курса. Здесь она колеблется, но вот эти колебания, инерционность, вот все, что здесь написано, можно там, ну, более подробно разобраться, это есть в достаточно общей теории управления, и вообще, кто желает, значит, там в деталях можно разобраться. Но суть-то какая? Вот эти колебания приводят к тому, что ракета все-таки отклоняется и... бах, и не попала в цель. То есть спутник она не сбила. Хотя это гораздо лучше, чем программное управление. Вот. Именно за счет вот того, что не учитывает будущее. То есть качество управления по сравнению с программным управлением здесь лучше, чем в прошлой схеме управления, программном управлении. Но вот за счет инерционности, значит, за счет вот того, что я сказал, все-таки оно недостаточное. То есть управляющее воздействие всегда запаздывает. То есть ракета, вот она же идет, отклонилась, и только тогда, когда она отклонилась, начинается управляющее воздействие. А теперь смотрите, третья схема. Предиктор-корректор. Вот многие говорят, а что так по-иностранному? А дело в том, что концепция общественной безопасности глобального уровня значимости, она предназначена не только и для России, она и для других стран и народов. А теперь представьте, что вот предиктор, корректор, сейчас, ну, приведу пример. Вот в западной культуре и в западном языке, да и в восточных культурах, то сейчас я вам пример приведу, там ведь, чтобы перевести с русского языка на их язык, совершенно другая ситуация. Ну, например, если вы переведете Пушкина на их язык, то они скажут, ну и что тут особенного? Там нет красок-то. И мы уже говорили, я говорил, у нас вот девочка, девчоночка, девчушечка, деваха, девушка. А у них что? Гел и все. Вот этим обусловлен и терминологический аппарат, который рассчитан не только на нас. Значит, ведь предиктор, говоря, если по-русски, это жрец. Но если бы мы говорили предуказатель, который предуказывает, предсказывает будущее. Но если мы бы использовали в мертвой воде вот слово «жрец», то в западном мире жрец, в западной культуре это что? Тот, который поп стоит там, значит, режет головы голубям, то есть приносит их в жертву. Жрец, жрица там и так далее. От слова. Поэтому предиктор-корректор, это вообще говоря, в западном мире это язык математики. Корректор – это поправщик. И алгоритм этот, предиктор-корректор, в прикладной математике есть специальный такой алгоритм, который позволяет вот предсказывать и ликвидировать ошибки, которые могут появиться во время решения какой-то задачи. То есть, вообще говоря, схема предиктор-корректор – это предуказатель, а корректор – это поправщик. И теперь рассмотрим вот эту схему. Здесь что уже? Здесь... есть объект управления, есть система управления, прямые связи, обратные связи, есть среда, и учитывается состояние самого объекта, прошлое состояние, настоящее состояние. Но самое главное, вот здесь красным выделено, здесь предсказывается будущее поведение. И оно заносится сюда, дается прогноз в программно-адаптивный модуль системы управления. Поэтому применительно к ракете, если сказать, то
то это выглядит как? Ну, уже вместо ракеты, значит, вот здесь на картиночке нарисовано все человечество и планета Земля. То есть вот куда идет человечество, как если сопоставить с ракетой. И колебаний здесь уже нет. Здесь говорится о чем? Здесь делается прогноз и говорится, надо идти сюда. И начинается движение. Смотрите, колебаний нет. На этом отрезке анализируется состояние, предиктор, он анализирует, ага, туда ли мы идем? И говорит, нет, чуть-чуть ошиблись, вот видите, рассогласование. Значит, надо внести поправку. Он анализирует, вносит поправку и говорит, ага, вот она цель куда. И, значит, ракета, человечество чуть-чуть идет сюда. На этом интервале времени он опять анализирует и говорит, нет, чуть-чуть надо еще нам скорректировать, внести поправку. И говорит, надо двигаться не вот здесь, а надо двигаться сюда. Бах! И мы изменили чуть-чуть курс. Итак, смотрите, чуть-чуть потихоньку мы движемся в нужную сторону, к Богодержавию. Кстати, я не досказал мысли вот по западной культуре, а по восточной. Я был в иранском посольстве, значит, ну и рассказывал им там послу, и те, кто был, они говорят, никак не можем перевести. Вот нигде в словаре нет слова «богодержавие». Вот одна из работ внутреннего предиктора называется «к богодержавию». Ну и действительно, то есть в словаре-то нет нигде. А что это такое? И я ему рассказал, говорю, это власть Аллаха на земле. То есть когда мы, люди, будем жить в соответствии с указаниями, значит, Творца. А, ну вот тогда не поняли. Как уж там они перевели, непонятно, я не знаю. Но вот сложности. Почему? Концепция, она для всех. Поэтому, значит, что здесь, вот в этой схеме? А здесь исключаются вот те колебания и те отклонения, которые... А ведь что такое отклонение в жизни людей? Вот наше правительство сейчас шарахается то туда, то сюда. А ведь это наши с вами зарплаты, это наши с вами судьбы, это наши с вами дети. Значит, это, в конце концов, война, мир. А что с нами делают? Вот, пожалуйста, нас... То война, то недород, то скот падет, то еще чего-то, то зубная паста кончилась, то электрические лампочки в магазинах не продавали. Помните? Вот это управление по схеме, значит, когда предуказаний нет, а мы вообще идем, сейчас вот уже мы с вами поняли, вектора цели нет, что мы строим. Поэтому у нас и шарахание, реформы в образовании сейчас как? Значит, единый государственный экзамен. Значит, и школьник сидит, ему говорят, значит, вообще идиотизм жуткий. Ему, значит, назовите правильный ответ. Река Волга течет в Англии, в Германии, в Сибири. Ну, я утрирую, но понимаете, и он крестик должен поставить, ну, маразм. То есть, и вот такая система тестирования, вот на Западе такие, они поэтому и не знают. И многие уже знают, что западная система образования, она... на голову ниши нашей. Но я к чему это рассказал? Ввели единый экзамен, теперь его отменяют. Это вот что? Это вот так вот. Колебания. А ведь что вот эти колебания означают? На схемке-то это вот зигзаги, а это наши судьбы с вами. Кто так может управлять? Вот и выбирайте из трех схем, которые я рассказал. По какой схеме лучше жить-то? Ну, наверное, вот по этой, правильно? Предиктор-корректор. Поэтому наше правительство, значит, и органы управления должны предуказывать. Они владеют навыками прогноза. Да у них этого даже в круге понятия нет. То есть они этого вообще не понимают, о чем идет речь. Ну, доказывать очевидные вещи, я думаю, нет смысла. Поэтому качество управления... Вот по схеме предиктор-корректор наиболее высокая. Почему? Потому что ошибка, она ликвидируется потихоньку, постепенно. Базируется на чем? На чувстве меры, которые есть у людей. И самое главное, вот этот, я-то нарисовал это для человечества, но это также руководитель фирмы, завода,
значит, отрасли какой-то, он тоже может руководствоваться, осуществляя прогноз развития событий, строя, предуказывая, куда надо идти, и корректируя. А теперь вспоминайте помехи, которые действуют, учет мировой кредитно-финансовой системы. То есть вот на эту общую схему с общими словами, которые я произносил так теоретическими, надо накладывать практику жизни, то есть вот ту общевселенскую меру. И в пределе надо согласовывать, чтобы было наивысшее качество управления. С чем? С Богом, с иерархически высшим объемлющим управлением. Но если у людей в круге их понятий этого нет, то рано или поздно устойчивости нет, рано или поздно наступает облом. Когда он наступит? Ну, это в зависимости, в разных обстоятельствах. Вот многие сейчас, опять-таки, считают, что они благополучные там, предприниматели, богатые стали здесь и так далее. А дети-то у них алкаши или наркоманы. Ну и чего толку, вот он, так сказать, строил эти замки, все. А потом сын его все пропьет или там, так сказать, пронаркоманит. И все это уйдет мировому закулисью. Ну и ради чего ты трудился? Чего ты достигал? Какие цели там преследовал? Поэтому надо соразмерять все и вся. Я уж не говорю про кризис мировой кредитно-финансовой системы там, и прочие вещи, глобальный системный кризис. Вот. А более такие, то, что лежит на поверхности жизни каждого человека. Вот, поэтому, подводя итог этих трех схем управления, мы делаем очевидный для нас вывод, что наиболее лучшее качество управления, если управлять по схеме предиктор-корректор.